Анонс 29 по 32 серии сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Как мы помним с предыдущих серий, Алина приезжает к Сергею, откровенно флиртует с ним, не подозревая, что за ней наблюдают ее жених и Саша. Расстроенный Филипп признается Саше, что это он слил договор о помолвке и обещает рассказать все Градскому. Тем временем Рита и Люси пытаются разоблачить Тараса. Тарас давит на Люсю и пытается вызвать в ней чувство вины, но Рите и Свете удается опровергнуть ложь мужчины и добыть нужные сведения для Градского. Воодушевленный Сергей пробует помириться с Сашей, но девушка непреклонна. Тогда он решается на авантюру. Нина не может дозвониться до Саши и просит ее подруг подключиться к поиску. Саша немного успокаивается, но все еще обижается на Сергея, который отказывается признавать свою вину. Алина же пытается наладить отношения с Филиппом. Сергей пытается помочь маме преодолеть свой страх, но у него ничего не выходит. Саша решает переехать в Турцию и начать новую жизнь. А Алина пишет ей хвалебные рекомендации, чтобы девушка точно не уехала. Продолжение вы сможете увидеть в очередных сериях, которые выйдут уже с 1 по 4 апреля на ОККО. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.